Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Красная зона». О сериале. Красная зона – это не зона коронавируса, куда разрешен вход только врачам. Это зона, куда врач заходить не должен, зона равнодушия и апатии, зона коррупции и рвачества, трусости, жадности и подлости. На пути к этой зоне стоит главный герой, в прошлом подполковник медицинской службы ВСРФ, вернувшийся после службы в Сирии, а ныне талантливый хирург Иван Андреевич Хлебников, занимающий должности главврача 1-й ГКБ в городе, где он рос, учился в медицинском институте и проходил практику молодым интернам. Он чувствует ответственность за то, что здесь происходит. Дело в том, что при его предшественнике в больнице сложилась совсем нездоровая обстановка, процветала коррупция, честные врачи увольнялись, а их места занимали равнодушные и не всегда компетентные медики, но корыстные и преданные бывшему руководству. В итоге в учреждении появились медицинские менеджеры, а с ними платные услуги. Хлебников, привыкший к строгой дисциплине, намеревается наладить работу больницы по тем принципам, в которые верит. Пытаясь объединить врачей, чтобы отстоять единственную в городе бесплатную больницу, он сталкивается с более страшной проблемой – пандемией. В экстремальных условиях ему предстоит спасать не только пациентов, но и врачей, причем от такой болезни, от которой нет вакцины и аппараты ALV бессильны. 65-я серия. Хлебников рассказывает Ларисе о методе ЭКО, но Сергеев считает его дорогим и неэффективным. Горячев продолжает ухаживать за Викой, Никита недоволен таким поворотом событий. Заславский узнает, что Хлебников вышел из красной зоны. Он пытается с ним поговорить, но разговора не выходит. Сергеев уговаривает Заславского приобрести аппарат ЭКО, тот соглашается. Сергеев хочет присвоить лавры себе. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.